Ночной обстрел Донецка со стороны вооруженных сил Украины принес новые разрушения. В половину первого жители города услышали мощные взрывы, от которых звенели стекла даже в центральных районах. Под обстрел попали Киевский и Куйбышевский районы Донецка. Жилой четырехэтажный дом номер 2 по улице Дворжака в Киевском районе загорелся от прямого попадания снаряда. Под обстрел также попала шахта «Засядька». Эти кадры заснял очевидец. Пол первого. Что-то загрохотало, мы дома были. Первый взрыв такой сильный. Потом только грохнул, мы все выбежали. Смотрим, крыша горит, попала в средний подъезд, в последнюю квартиру. Позвонили пожарные, пожарные, правда, быстро приехали. И мы сидели на улице, пока не тушили, где-то, наверное, до полтретьего. Вот пока все такое, больше ничего сказать не могу. Какие разрушения, пострадавших? Ну, пострадавших вроде нет. Там на последнем этаже женщина больная, вынесли ее на носилках. И вот в среднем подъезде, а так у нас таких... Там где, кое-где, ну, стекла повылетали, там уже где-то. А так, в принципе, вот, ну, по нашему так подъезду вроде все целые, таких особо нет разрушений. Слетел, говорит, я не видела, а там выходили на город, какой-то огненный шар был. Вот как летели, видно было огненный шар. Вот от чего крыша загорелась, если вот просто удар? Крыша от чего загорается? Вот как, с каким-то там, я знаю, чем, даже не знаю, почему так. Ну, скажите, куда вот они били? Что здесь расположено вообще? Ну, здесь рядом шахта «Засядька». Может быть, туда целились, а попали сюда. Вот, через наш дом у нас шахта «Засядька». И говорят, на «Засядька» сгорело 2 автобуса. Туда тоже попали? Ну да, там попали. Но это я не видела, по слуху, ну, проходил там товарищ, 2 автобуса сгорело. И повыбивало там окна тоже на шахте. По данным главы Киевского района Валентина Левченко, в результате прямого попадания украинского снаряда в котельную по адресу Засядька 15 ранение получила одна из работниц. Марина Еремченко, специально для Новороссия ТВ.